Защитник бежит, ты куда бежишь? Давай, блин, блин! Чё, 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 чё! Иди, Тёма, дай, блин! Да ещё!
середину. Ну, Саня, до конца. Не, 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 не
Дай быстрее. Дима! Я!
Только что закончился матч 1/8 кубка финала города Екатеринбурга между командами футбольный клуб «Среднеуральск» и футбольный клуб «Спартак» из Верхней Пышмы. Победу одержала команда «Среднеуральска» в один мяч, проходит дальше в 1/4 финала. Вот. Я же что хочу сказать, то есть сам представитель команды «Спартак» Верхняя Пышма. Вот. Мы заявились на первенство Екатеринбурга, ну и в том числе вот на кубок Екатеринбурга по большому футболу. В течение всего лета будет проходить турнир, закончится он осенью. Надеемся, что мы выступим в этом году хорошо. Сама команда «Спартак» создана на базе, ну, можно сказать, дворового футбольного клуба «Спартак». Вот, при поддержке клуба любителей попутешествовать. Спасибо им очень большое, то, что они помогли финансово. Вот, в команде играют несколько человек из футбольного клуба «Металлург», который в прошлом году занял 2-е место в чемпионате области. Вот в этом году, как известно, команда прекратила свое существование. Ну и вот несколько человек усилили нашу команду «Спартак». Также в команде «Спартак» играют ребята, которые окончили ДЮСШ «Лидер», потом окончили и до сих пор продолжают заниматься в клубах МКО «Объединение клубов по месту жительства» при комитете по спорту при администрации Верхней Пышмы. Вот. Ну, пытаемся создать командочку, команду, которая будет играть, ну, так скажем, представлять конкуренцию ведущим клубам в чемпионате Екатеринбурга. Надеемся, что поможет. Вот. Ну, на данный момент у нас не все гладко. Не хватает, конечно же, и финансирования, и формы у нас нет, играем в манишках. Но это не главное. Главное то, что играем, и то, что команда у нас в Верхней Пышме в этом году, ну, так можно сказать, большой футбол у нас остался, хоть немножко и на более низком уровне, но тем не менее футбол пока живет, дышит.